просыпается после тяжелой ночи наш неудачник Кол и продолжается видео прохождение Infamous 1 на высоком уровне сложности. Как и прежде, пацаны, будут присутствовать маты, оскорбления, унижения. Так что или втыкаем наушничка, или отправляем кого бы то ни было из вашей комнаты подальше. Видели, как пинаем? Какой жестокий Кол пинает простых прохожих, издевается над ними, убивает. Ну ладно, на самом деле, какие у меня здесь миссии на данный момент? Видим, что достаточное количество второстепенных, одна сюжетная. Я хочу вот ярость на миссию, ярость прямо пойти, которая апнет еще сильнее мои баллы злодея, даст нужного опыта, и возможно я смогу купить какой-нибудь классный апдейт, который требует прохождения подобных миссий. А у меня тем временем... Сколько? 10 600 опыта. Мне так не хватило на супер молнию за 12 000. Я все жду. Когда же эти сраные 12 000 опыта у меня появится, я смогу обычную свою молнию апнуть. Нужно залезть наверх очень и очень высоко. Давай, примем эту миссию. Ярость! Первые сыны любят играть грубо. Мы им покажем. О да, устрой им настоящий ад, милый, круши все, что вокруг. Хорошо, я слушаю тебя, моя повелительница. Ну, видим, что Кол здесь становится практически рабом, убивает простых людей, слегка злится. О, так тут нужно быть необычайно яростным. Так, тихо, подпитаемся получше. Злиться? Ни хрена себе. Злиться, тут обосраться можно, не просто злиться. А простые машины... Так, я уже в бешенстве. Уже в бешенстве наш парень. Видимо, скоро придет то состояние прихода, которое ему так необходимо, чтобы... Блин, да я же по своим чувакам практически долблю. Ты чё, урод, в противогазе? Что, не знаешь, с кем связался? Обмудок тупорылый. Так чё вы не дохнете, а? Черти такие. Что это за твари? Охренеть. Так, мои пацаны, конечно, помогают мне. Состояние бешенства еще, так понял, не кончилось. Что это за чушь такая летает? Сколько раз я в голову должен этим уебам попасть, чтобы они окончательно сдохли? Все. Все, справился с заданием ярость. Мне дали, заметили, ачивку дали... что я теперь самый-самый отпетый ублюдок. Хуже моего состояния уже быть не может. Злодейских заданий еще нужно 4 штуки завершить и пополнить. То есть будет самый-самый полный боезапас. Стану я отпетейшим. Такого слова, наверное, даже нет. В максимальной степени деградантом, ублюдком, уродом, который будет в топе самых злых преступников. Разведка, ну вот что-то тут медпомощь. Давай поможем. Все-таки бомж наш в качестве ночлега использует медпункты, поэтому без проблем я всяким негритосам помогаю восстанавливать справедливость, восстанавливать их госпиталь. Вперед, давай. Медпомощь, начать задание. Кстати, а сколько мне за эту миссию опыта дали? Да хер, да нихера, даже 11 тысяч нет. Федералы сбросили нам груз медикаментов. Он приземлился на... Все. Можешь достать? Заебок негр, по сути, в кепке FBI отобрал, видно, у какого-то ары, спустившегося с гор красавца, кепочку. Как негр посмел, не понимаю. В любом случае, мне нужно отдать ему эти ящики. Вот я один скинул, на меня сразу же моментально нападает какой-то урод. Я его быстро избиваю, но что-то он не особенно избивается. Может, мне ближний бой улучшить? Какой-то он совсем уж слабенький. Так, стреляют по стрелушечке тут. Давай сейчас тебе в голову. Что такое? Первый выстрел, значит, не попал. Умирают уроды с двух. Прикиньте, с двух выстрелов в голову. Такие стойкие мудозвоны. Но все равно, сейчас я их всех защеканами сделаю через пару мгновений. Только добраться мне до той крыши, где их гнездо содержится. Так, давай, вот специальные линии электропередач направляют меня к одному из подобных. Давай я, может, просто сброшу с крыши урода.
полетел, счастливый и довольный, но... Я-то не обещал ему не сбрасывать его с крыши, поэтому я думаю, все честно, все законно, все легально. Блин, не в голову, ой, не в голову-то. Ладно, чуваки, а если... Если вот так вот поступить с вами? Что такое, какие-то зажигательные смеси тут в меня летят, сразу трое атакуют. Но я резко, резко контрмеры использую, прям в голову им стреляю. Ой, тут один прям перед моим носом ходит, а я его не видел. Что, со всеми мудачками покончил? Нет. Нет, вот еще один стреляет. Что ж ты за сволочь такая? Вылазь, дерись как мужик, слишком далеко находишься. Мне нужна небольшая подзарядка. Ой, я даже не смогу сбросить эти запасы. Правильно, пока у меня нет подзарядки. Да охереть просто! Сука, сука, мудак! Гранату в меня пульнул. Но, двигаясь по этим линиям электропередач, я восстанавливаюсь. То есть все нормально, все в порядке. Так, со всеми я понимаю, не Блин, да какого хрена? Ой, его ж можно было использовать как корм. Но я не стал. Возвращаюсь на предыдущую крышу. Вон я вижу энергоосколок, но мне абсолютно насрать. Чувствую жесткий прессинг. Прям вот реально жесткий прессинг. Мне больно. Вот он. Этот ящик. Давай уже. Нужно сбросить вниз. Как негр иначе его подберет. Давай, Кол, еще разок. У тебя получится. Ну, да, сука, да. Второй ящик где-то вот. Вот он лежит. Это уже будет... Да стой, что ты прыгаешь. Не суетись. Это будет уже третий ящик. Идем дальше, ебать хуцов, и, соответственно, скидывать ящики для помощи разным неграм. Плюс, это же отличный вклад в свое благосостояние. Ведь, что за хрень, ее нужно уничтожить. Ведь, как я упоминал ранее, ночует наш бомж именно в медпункте. На, в голову. Не сдох, но мы добьем. Хотя нет, чувствую, он уже молил о скорейшей погибели, поэтому ему одного выстрела в ебаник хватило. Давай сбросим. Мы справимся с этой нелегкой задачей. Ну, сука. Нет, прикиньте, видимо, на землю не упал ящик. Но мы постараемся сейчас. Еще один застрял. Главное, что поезд не сбил. Ой, какой нахер поезд? Трамвай, троллейбус, мне не важно. Давай, да, что ж ты... Сука. Сука такая, да падай наконец. Все, отлично. Куда мне дальше двигать? А, вот они, два ящика с медикаментами. Но мне нужно добыть три. Смотрю, меня и справа, и слева везде стреляют. Но мне-то поебать, я же настоящий дегенерат Кол, который не стремается обычных каких-то пулек. Как минимум нужно такое пушечное ядро, чтобы остановить нашу машину. Ебать, убейся, сука. Да что? Ой, я какой-то херней занимаюсь. Не то что-то понажимал. Боже мой. Что такое? Почему-то меня камера атакует? Камера в сговоре с вот этими нищебродскими ублюдками, похожих на супостатов из игры Killzone. Странно, почему они мне их напомнили. Но в любом случае, мне чуть выше надо подзабраться. Вот сюда. А снизу меня будут эти обмутки стрелять. Но дегенерат на это внимание не обращает. Сбейте ящики вниз. Да я бы с радостью. Так, вот лестницу увидел. Использую ее. Ведь это строение не позволяет заниматься тут паркуром полноценно. Давай. Вот он ящик один. Сейчас я его сброшу. Главное, чтобы не на соседнюю крышу упал, а сразу. Дерьмо. Я стреляю в одну сторону, а падает он совсем в другую. Ладно, пойдет. А где же следующий ящик? Написано, что типа ниже он находится. Где ниже, хер разберешь. Вот где ты? Тупой ящик. Ага, вот, отлично. Может, пнуть его надо было бы? Не, ух ты, как... О, там шайка слишком опасная. Слишком много там... О, на лбу у этой статуйки какой-то дебильной находится энерго... Дай-ка я отсюда убегу. Так, чуваки, последний ящик находится вот здесь. Отметил на карте примерно... А, не требовалось.
и отправляюсь туда. Так, 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 так. О, черт! Видели пример невероятно провальной атаки? Ничего у меня не вышло. Меня тут кусают вовсю. Ой, прошу прощения, меня никто не кусает. В игре, это в реальности, это домашнее животное, которому не сидится на месте. Но тем не менее, я последний ящик скинул. Все, миссия выполнена. Я помог своему негру. Теперь у меня плюс одно место, где я смогу спокойно спать. Не так ли? Не, у меня район под контролем, все в порядке. Медпункт открыт. Замечательно. Очередной медпункт имени Коула, который будет обслуживать исключительно дегенератских уродов, которые крушат обычных людей. Вон, издеваются над старыми бабками. Дорогу молодым, умрите. Вот примерно в таком духе должны кричать эти люди, если они рассчитывают хоть на какое-то обслуживание. Следующая миссия называется «Разведка». Она, как и предыдущая, второстепенна. Безусловно, мы пойдем выполнять эту миссию, а вот уже следующий, сюжетную, потому что неохота растягивать эпизод видеоупражнения Infamous 1 на какое-то невероятно долгое время. Пускай лучше дробные будут эпизоды, так как тут он полностью стоит из миссий, ничего особенно длинного нет, ну, за исключением некоторых сюжетных миссий. К чему это я все говорю? К тому, что нужно быть компактным, мобильным, да я крутым. Давай выполнять миссию. Так, разведка. Значит, нужны какие-то детективные способности. Откуда они у нашего лысого человека? Не представляю, но вижу осколок. Моментально его подбираю. Осталось 29! Нихуя себе! Да я столько по всему этому району не сыщу. Давай, 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 давай. Миссия разведка. Ну? Первые сыны мне весь дом увешали устройствами наблюдения. Не хочу, чтобы они за мной шпионили. Можешь убрать эту гадость? Сука, ну ты и мудак. Ну ты в натуре мудак. Дал мне самую нелюбимую мной миссию. Даже лазить по деревьям, словно президент Америки, гораздо круче и интереснее жрать эксклюзивные бананы, да фотографироваться с американскими обезьянами гораздо круче, чем избавлять какого-то пупка от этих устройств наблюдения. Да кому ты нахер нужен? У тебя такая же серая и скучная жизнь, как у всех 95% жителей этой планеты. И идешь, ебашишь, спишь, ешь, срешь, ебашишь, все. Интересно, да, хуя? Давай. Тем не менее, для контроля, я делаю это не ради вот этих простых мудаков. Я делаю это ради репутации, ради признания. Все будут знать, какой вот охуительный этот лысый, короче, мужик. Какой же он классный. Дай-ка я ему, пилотку дам потрогать. Сука, будут думать самые клевые женщины. Но поскольку они все тут бичи настоящие, наш Кол не выжелает ни одну из них. И лишь исключительно вымытых, красивых, накачанных юношей предпочтет наш дегенерат. Так, давай-ка мы все-таки попробуем поискать эти устройства слежения. Их осталось 5 штук. Так, сука, мудак, так. 4 штуки, осталось 4. Можно немножечко отойти, чтобы взглянуть на картину в общем и целом. Ну давай, мигай. Миг, нахуй. Все отлично. Только как ты теперь добраться? Здесь же здание не предназначено для паркура. Остается по вот этим трубам забираться. Видимо, ох ты, газ провели. Ну, однозначно у жителей этой страны лучше дела, страны этого города, несмотря на то, что здесь происходит хаос. Так вот, у них есть газ. Сука, ну это было зря. Это было, сука, зря. Где ты? Где ты, обмудок? Хер его знает. Хер его, паскуда, знает. Из-под тишка атакует. Ничего. Я пытаюсь найти. Так, неспешно немного. Пытаюсь найти, где эти ссаные устройства. Вот, увидел. Одно моргнуло. Отлично.
Осталось всего лишь два устройства, и вон зона поиска очень и очень сильно сократилась. Ну что я могу сказать по этому поводу? Охуительно! Да, вон одно мигает. Замечательно. Так, и вон второе. Какой маленький диапазон поиска. Соответственно, оно, наверное, внизу находится. А хер там. Последнее устройство слежения, и я не могу догнать, где же оно. Нет, это не потому, что я тупой. Это потому, что Кол тупой. Сука. Давай уже соображай. На стенах. Да я понимаю, что на стенах. И даже видим, что диапазон поиска край... А, он совсем на первом этаже находится. Ну тогда ясно. Обманули меня, обманули. Да давай уже уничтожай. Да, наконец-то, с второстепенными миссиями покончено. Отправляемся прямо в сюжетную. 20% старого города под моим крылышком. Ебать, кто тут хозяин? Я, сука. Идем, идем, идем. Опасный, опасный, особо опасный преступник идет на очередное дельце. В спину можете атаковать. Хуло ты тупое. На самом деле я тоже предпочитаю атаку в спину. Но, естественно, я-то не могу сам себя обзывать. Нет, могу, ведь я такой дегенерат лысый. Давай, 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 давай. Принимаем миссию, называется... Расплата. С Солтаном разобрались. Теперь пришло время Кеслера. Однако ты оказался заперт в старом городе. Иди к разводному мосту на 19-й улице и наладь его. Это твой шанс выбраться отсюда, если станет туго. 20 секунд. А ты где будешь? Приду, когда потребуюсь. 5 секунд. Это я уже слышал. Чтобы опустить разводной мост, заряди панель управления. А куда ж мне нужно теперь двигаться? Вот туда. Отлично. Самое основное сейчас это выжить. По пути меня могут твари, вот эти твари, собирающиеся в куче, замочить. Но достойное сопротивление еще никто не отменял. 11300, еще 700 очков, и вообще заебчик будет стрелять молнией, как царь буду. Не меньше. Так, нечего тут на здание забираться, это меня немножко замедлит. Интересно, а что именно зарядить? Нет, пока что я только высасываю энергию. Так, я что-то хер его знает даже. Светофор тут что-то делает. Куда? Что я должен заряжать? Да! Все? Я выполнил свое предназначение? Я бог? Я царь? Петушок. Ты не царь. Нам недолго осталось быть вместе, Коул. Я боюсь, ты все еще не готов к тому, что тебя ждет. Так что я решил ускорить события. Так сказать, изменись или умри. Ну что, начнем? Блин, это вообще какая-то фантастика. Такого не бывает. Чё, всё? И вот это крутой чел был. Я знаю, что для тебя значит Триш. Как ты ее любишь. Но у каждого своя роль в игре. И у нее тоже. Поэтому она сейчас здесь, рядом со мной. Я заложил по городу несколько бомб. Они будут взрываться одна за другой. Ты должен их обезвредить. Упустишь хоть одну, Триш умрет. Ах ты, ублюдок. Механизм первой бомбы активирован. У тебя мало времени. Какие же эти твари живучие, а? Так, по GPS нужно найти первую бомбу. Охренеть, я просто поражен. Какие же они, сука, живучие. Сколько ты им в голову не стреляй, они не дохнут. Так, тут у нас нехорошие парни вновь выбежали. Режим снайпера что-то даже использовать не хочется. Потому что нужно быть очень таким подвижным. 30 секунд. Так, как мне быть?
Все отлично. Так мне нассать на людей, я же мог их просто взорвать. О, черт! Вновь это говно появляется. Ну ничего, его в голову. Отлично, вообще в голову хорошо уничтожается. В общем, как бог. А чё, где следующая бомба? Давай, пидор, выходи на связь. Зачем я какую-то тёлку спасал? В душе не еб... Мне же вообще насрать на заложников, насрать на Триш. Двоих людей. Чьих-то близких, любимых. Вторая бомба активирована. Слышали, обычная негритоска сказала: «Убейте его! Да я же вас, тупорылые людишки! Простые смертные пытаюсь тут спасти, а вы убейте их!» Я и не жду от тебя понимания, Коул. Он придет позже. Но я знаю, однажды ты мне за это будешь благодарен. Бля, ну мудаки, сука! Как же вы меня достали? У тебя 30 секунд. Да-да-да, уже слышал про эти 30 секунд. На этот раз пятеро. Пять человек увидят новый расстрел. Но мне интересно, зачем ты их спас? Потому что это правильный поступок? Или только ради своей Триш? Так, о, вновь гигантик идет ко мне. Смотри, я даже не буду двигаться. Просто вообще моментально его расплющило. Так, цель моя совсем близко. Давай идем, освободим мирных жителей. Зачем-то я по деревьям тут лазю туда-сюда. Вот они, обмутки. На, сука. Так, а у кого детонатор вообще нахуй? Где детонатор? Кто? Бля, взрывает, бля, бомбы. Подзарядка! Охренительно! Сука! Сука, говно! Какая ж сложная игра! Это высокий уровень сложности! Не, хрен, второго инфомуса буду играть на среднем. Задолбался я находиться на острие ножа. Сука, заманивал, вы видели? Он заманивал меня в воду. Урод. Пернатый. Так, я слышу, вижу там еще одно. О, это великанчик. Великанчик, иди сюда. Что-то я бью по нему, а никакого дамагу нет. Все, сдох. Копыта ты отбросил. О, о, очередная партия и очередной великанчик. Какое преобразование мощное. Однако оно не поможет тебе выжить ни на секунду больше. Вообще, я охренею, какие же черти живучие, наверное, еще даже более живучие, чем наш лысый деградан. Так, в голову ему! Сука! Еще ближе! Тик-так, последняя бомба отсчитывает секунды. Ну вот, пришло время последнего испытания. К одной крыше привязана Триш, любовь твоей жизни, а к другой — шестеро врачей. Подумай о добре, которое они могут принести, о тысячах спасенных жизней. Что важнее, Коул, жизнь одного или жизни многих? Под обе платформы заложены бомбы. У тебя есть время только на одну крышу, не на обе. Выбирай. Вот абсолютно честное слово, мне просто нассать. Как мне... Блин, а тут указано, кто где находится, потому что я нихера не воткнул. И можно ли тут сохраниться? Сохраниться тут можно, интересно. Вот именно на этом моменте, кстати, у меня 12 тысяч есть. Сейчас я как
куплю себе охерительно особо опасную молнию, пиздатым стану, сохранюсь, наверное, не знаю, получится или нет, в случае чего там... Да, сохраняйся. Супер. Ну, поскольку я иду исключительно по злому пути, я выбираю Триш. Ведь имеется в виду, что вот на этой крыше один человек, правильно? Отлично, это сделает нас более злым. Концовка будет злой, не так ли? Ведь мне важно, чтобы я был злым пацаном. Я разочарован, Коул. Очень разочарован. Я ожидал от тебя большего. Верил, что ты победишь свой эгоизм, начнешь мыслить глобально. Но, видимо, я ошибался. Так, ну а как-то выше мне забраться? Секунд. Ну хорошо, хорошо. Какая еще Триш? Вытащи меня отсюда! Триш! Напали пацана! Триш упала, и время будто остановилось. Я супергерой. Оказался бессилен. На какой-то миг она очнулась и прошептала, что ей стыдно за меня. Бог дал мне огромную силу, а я растратил ее зря. Творю зло и думаю о себе одном. Я похоронил ее в парке рядом с теми, кто погиб после взрыва. Кеслер за это поплатится. Я найду этого ублюдка и убью его. То есть пацаны видели, что она даже перед самой смертью такой же ебаной шмарой была, сука! Как я рад, что ты сдохла, уебища тупорылая! Но, в любом случае, это очередное событие в мире Infamous 1. Я видел, что сделал с тобой Кеслер. Это ужасно. Пока этот бешеный пес ходит по земле, никто не может быть спокоен за свою жизнь. 75 секунд. А ты где был? Если бы ты помог, Триш могла бы остаться в живых. Я не мог помочь. Она была обречена, как только попала в лапы Кеслеру. 50 секунд. Избавь меня от трёпа! Ты просто берёг свою задницу! Раскрыть себя, чтобы спасти одну жизнь, несерьёзно. Но я помогу тебе отомстить. Электросеть южной части острова никогда не обновляли, так что она до сих пор питается от внешних подстанций. Запустив все три, восстановишь электричество на острове. 15 секунд. А заодно и сам получу новые силы. Именно. Ну все, теперь я зол. Ты че? Ты, блядь, меня камешек кидаешь? Ты че, уебок? Сейчас я тебя разрежу на кусочки. Сука, пидор, ебаный революционер. Итак, пацаны, что тут у нас по миссиям? Парочка дополнительных, одна сюжетная, где мы будем восстанавливать электричество. А, наверное, уже в эпизоде через один будем сражаться с финальным боссом, скорее всего. Как бы там ни было, ставьте лайк. И если вам нравится безумное прохождение Infamous 1, пишите комментарии. С вами был Максим. Всем спасибо за просмотр.